15 лет исполнилось образцовому хореографическому ансамблю «Гармония». Свой день рождения танцевальный коллектив отметил с размахом. Юбилейный концерт был насыщен яркими номерами, полон разнообразных сюрпризов. Какими? Смотрите далее в сюжете, который выходит в эфир в рамках реализации проекта «Культура в событиях города». На сцене Центра культуры и искусства «Спутник» образцовый хореографический ансамбль «Гармония» с размахом отметит свой 15-летний юбилей. Зрителей концерта ожидает интереснейшая разноплановая программа, в которой примут участие выпускники танцевального коллектива разных лет. Концерты в Центре культуры и искусств «Спутник» – мероприятия вполне закономерные и ожидаемые. В последнее время еще и довольно частые. Это не может не радовать жителей и гостей городского округа. Но юбилейный концерт образцового хореографического ансамбля «Гармония» получился не совсем традиционным и был полон неожиданностей как для зрителей, так и для самих участников. Юбилейный 15-й год. Сама в шоке. До сих пор не верю. Вот столько эмоций разных. Я, конечно, человек сдержанный, но хочется очень сильно кричать от радости. Сегодня было столько много сюрпризов от детей, от родителей. Так было все классно. Аплодисменты в зрительном зале не стихали. Гвоздем программы, несомненно, стал танец самой Надежды Викторовны. По призванию и по профессии хореограф, руководитель коллектива подарила всем незабываемое танго, которое станцевала вместе со своим воспитанником Кириллом Давыдовским. В 15-м юбилейном концерте образцового хореографического ансамбля «Гармония» принимали участие выпускники коллектива. Как правило, дети, танцующие в этом ансамбле, в дальнейшем выбирают для себя творческие профессии. Я очень рад, что я сегодня выступил здесь. Мне очень приятно находиться в этом коллективе. Это очень дружный коллектив, я очень его люблю, ценю и надеюсь, что в дальнейшем мы будем еще вместе работать. Я с этим жила. Гармония на самом деле никуда не уходит, и все знания, которые я получила здесь, они действительно мне пригодились в моей работе. Ну то есть вот как ни крути, куда я ни пойду, везде гармония, она везде со мной. Поэтому я всегда рада вернуться и такие эмоции классные получить. Гармония навсегда! Режиссер, хореограф, певица, актриса. Профессии яркие, интересные. И такой сценический путь на всю жизнь выбирают себе гармонята, которых бывшими назвать никак не получается. В этом коллективе я занималась 9 лет. Это почти вся моя жизнь. Очень грустно отсюда уходить. Но в следующем году я постараюсь также выступать тут. Ой, это замечательные ребята, с которыми приятно иметь дело. Я надеюсь, что у них все будет хорошо, и они также будут заниматься здесь. С днем рождения, Гармония! Поздравляю тебя от всей своей души! У «Гармонии» много друзей. Конечно же, и в этот раз не обошлось без гостей. Вокальный ансамбль «Услада» поздравил юбиляров песней. Что гостей желанный праздник соберем, как хорошо друзей своих встречать и от души добра желать, чтобы исполнялось все, о чем мечтать. Наша жизнь.
которой тщательно готовились, получилось держать от руководителя в тайне. Впервые на главную сцену городского округа Зато-Фокино Центр культуры и искусства «Спутник» вышла вокально-инструментальная группа «Хамам». И впервые на концерте гармонии для своих детей станцевали мамы. Давно это забыто, но вспомнилось, как говорится. У меня старший сын, выпускник, и младший занимается. Не трудно танцевать? Нет, хорошо. Уж насколько я свой сюрприз держала в тайне, а вот я не ожидала. Очень-очень прям порадовали меня и дети, и родители до слез. Я честно плакала, сидела. Потом смеялась, потом... Ну, в общем, был весь спектр эмоций. Надежда Лагунова о планах на будущее никогда не рассказывает. На сегодняшний день в образцовом хореографическом ансамбле «Гармония» занимаются порядка 100 юных фокинцев. И знаковым моментом является то, что уже в коллективе танцуют дети самых первых его выпускников. Я тут с 5 лет или с 4 лет учусь. Мне очень нравится в коллективе «Гармония». Они хорошо танцуют, я с ними уже давно подружился. С днем рождения, Надежда Викторовна! Эти ребята – гордость и надежда ансамбля. Им предстоит продолжать славную традицию – греметь на различных сценах края и страны, а может быть даже другого государства, и привозить домой, в родной спутник, высокие заслуженные награды. Начальник управления культуры администрации городского округа Зато-Фокино Светлана Давидюк отметила высокий профессионализм руководителя ансамбля и вручила Надежде Лагуновой почетную грамоту от главы городского округа Александра Баранова. Теплые слова поздравления в адрес гармонят также сказала Галина Иляхина, депутат городской думы Зато-Фокино. Юлия Цыганова, Хафиз Басыров, Тихоокеанское телевидение.